Друзья, всем привет! Любовь, добро, Василий. Вы спросите, чего я делаю в отделе освещения? Что-что, девчонка? Все правильно. Сегодня у Лены Фонаревой день рождения. Фонарева она была до замужа, сейчас она уже Иван. Все мы знаем Лену как хорошего, отзывчивого, скромного человека. Вот. Но это сути не меняет. Много лет назад семья Ивановых решила попутешествовать, пожелали и уехали сначала в одну страну, потом в другую. Ну и остановились в Австралии. В Австралии живется комфортно, Лена работает преподавателем. Вот. А сейчас ее даже вообще закинула аж в Южную Корею. Преподают английский язык. Самое интересное, что у нас есть свой кореец, Серега Ян, и он ни хрена не знает английского языка. Ну ладно, это упустим, немножко отвлеклись. Леночка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, позитивного настроения, удачи во всем, благополучия. Вот, пожелаю ей также, чтобы в дальнейшем она не боялась трудностей, и все у нее получалось. Ну а что она боялась, она и так не боится. Также желаю успеха в работе. Что еще? Леночек, привет. Представь, что я в австралийских прериях. Рад буду тебя поздравить сегодня с днем рождения. Пожелать тебе всего самого хорошего. Вот, здоровья, самое главное, чтобы дети тебя любили. Вот. И желаю, чтобы все-таки увидеться, потому что я уже даже начинаю забывать, как ты выглядишь. Вот. Ленка, приезжай почаще и обозначаю, что ты здесь. Ленка, с днем рождения. Всех благ, здоровья. Вот. Очень рад буду встрече. В общем, нет, всех благ, позитива, здоровья и хорошего настроения. Пока.